Врачи медицины катастроф проводят массовые бесплатные ликбезы среди горожан. Основам оказания первой помощи сегодня обучали моих коллег-журналистов. В региональном центре медицины катастроф провели краткий курс для сотрудников СМИ. Приемы спасения жизни отрабатывали на специальных манекенах. В частности, репортеры учились накладывать жгут на сломанную ногу. Отмечу, что это лишь малая часть программы всеобщего обучения. Полный курс рассчитан на 16 часов. Чтобы научиться спасать пострадавших до приезда скорой помощи, необходимо обратиться в регион. Национальный центр медицины катастроф с заявлением. Обучение начинается, как только набирается группа из 15 человек. Первую помощь, именно первую помощь должен оказывать каждый человек, потому что каждый человек может попасть в такую ситуацию, когда от него зависит жизнь другого человека. По 323 федеральному закону каждый человек вправе оказывать первую помощь, имея на это специальную подготовку. Приемом оказания первой помощи с начала года обучились более 2000 краснодарцев. Это не только сотрудники специализированных ведомств, спасатели, полицейские и медики, но и люди других профессий.